Всем привет, дорогие друзья! Хочу вас попросить прощения за свое небольшое такое отсутствие. Дело в том, что у нас ремонт. Посмотрите, что у нас творится. Я думаю, все знают, что это такое, все знакомы с этим явлением. Я по чуть-чуть снимаю видео и покажу вам, как мы это делали. Надеюсь, получится прикольно, если мы, конечно же, с мужем друг друга не поубиваем и не разведемся во время этого ремонта. И еще у нас такая вот приключилась беда. У нас сын заболел, температура под 40 была, очень сильный кашель. Вот 4 дня. И уже сегодня 5-й день, он уже пошел на поправку, уже температура спала, уже и кашляет поменьше. Как раз пропустил он экзамены, пропустил неделю школы. Что теперь, как там будет, не знаю. Но главное, что выздоровел. Ну и, конечно же, хочу поделиться с вами нашей радостью. Дело в том, что у нас уже 2000 на нашем канале. И хочу поблагодарить новых зрителей за доверие, за то, что вы подписались на наш канал. И поблагодарить своих не новых зрителей за то, что вы с нами уже больше года есть у нас такие. Огромное вам всем спасибо за то, что вы тратите на нас свое время, за ваше терпение, за ваше понимание. И за то, что вы не ленитесь писать комментарии, за то, что вы нас смотрите. Огромное-огромное всем спасибо. И хочу рассказать вам сегодня историю создания нашего канала и что же это за такой вот полковник Пеппер, про которого многие спрашивают. Ну, и так начали мы свой канал вести во время локдауна, когда делать было, скажем так, нечего. Изначально канал мы планировали как кулинарный, и поэтому придумали такое название «Полковник Пеппер». Нам это тогда показалось оригинальным. Мы сами смастерили полковника из перцев, такого человечка. Там было где-то около 6, по-моему, видов перцев. И начали мы снимать рецепты, но рецепты как-то не пошли. Потом уже начали мы показывать уже немножко и себя. Первое видео, где вот я себя показала, это было видео барбекю по-индийски. Тогда, я помню, поделилась еще этим видео в группе на Фейсбуке, ну, какой-то индийской группе. Я на них, на многих подписана. И на меня тогда еще девушка-вегетарианка наехала за то, что она почему-то подумала, что мы жарили шашлыки на пляже возле храма в Папанасами. То есть видео она вообще не смотрела, потому что шашлыки мы жарили в отеле. И обозвала она меня тогда чревоугодником, который думает только о том, чтобы набить свое брюхо. Представляете? У меня много друзей-вегетарианцев, я их всех уважаю, ничего абсолютно против не имею, большие молодцы. Много индийских друзей-вегетарианцев, брамин у меня есть, и подружка, и родственники. Я рассказывала вам когда-то, что у нас двоюродный брат мужа женился на девушке из касты брамина. И мы отмечаем праздники в компании на Новый год, вот даже вот здесь вот на крыше мы Новый год отмечали. Меня попросили оливье сделать, потому что они его пробовали уже. А я говорю, как же так, у нас же вегетарианцы будут. И мне говорят, ну ничего страшного, они просто не едят и все, но для них это не проблема. И вот я долго не могла понять, с чем такая связана вот агрессия. Это был не единственный случай. Почему-то думают, если ты живешь в Индии, то обязательно должен быть вегетарианцем и каждое утро медитировать. А то, что ты здесь просто живешь, растишь ребенка, просто у тебя семья. Почему-то такое людям как-то не приходит в голову, потому что считают, что в Индию приезжают для того, чтобы просветляться. Опять-таки, повторюсь, уважаю всех вегетарианцев, но поняла я вот это, почему такая агрессия исходит именно от своих, так сказать, от индийцев, ее абсолютно не чувствуется, потому что индийцев учат с раннего детства, самое первое, это не осуждать. Вот такие вот пироги. И так какое-то время наш канал назывался «Полковник Пеппер». И затем даже зрители нам посоветовали переименовать канал, поскольку канал уже перестал быть кулинарным. Мы уже начали снимать и интервью местных жителей, и на производстве мы бывали. И интересные места показывали, и горы, и пляжи. И стали уже сами тоже как бы сниматься и себя показывать побольше. Переименовали мы канал «Из Индии с любовью» решили назвать. А «Полковник Пеппер» в конце оставили, так как подписываются у нас еще есть индийские друзья.
И герои наших видео тоже подписываются. Вы видели дедушка, который чай готовит. Мы к нему повторно ходили, чтобы показать ему видео. Он тоже на нас подписался, и его внуки на нас подписались. Даже там комментарии оставляли про своего дедушку. Поэтому вот оставили такое в конце название английскими буквами. Потому что у индийских друзей наших, у них нет русской клавиатуры. Вот поэтому, собственно, и полковник Пеппер. Ну, а я еще раз благодарю вас, дорогие мои зрители, за то, что вы у меня есть. Первую тысячу я, ко мне пришла первая тысяча где-то приблизительно за год. Год мне понадобилось для того, чтобы канал собрал 1000 зрителей. А вторую тысячу где-то за полгода. Так что, надеюсь, еще через полгода у нас уже будет 4000. Еще раз благодарю вас всех за внимание, за ваше понимание, за то, что вы тратите на нас свое время. И пишите, пожалуйста, комментарии. Очень интересно мне с вами со всеми будет общаться. И с новенькими, и с неновенькими моими зрителями. Я постараюсь не разочаровывать вас. Буду стараться снимать видео на разные темы. Будут у нас и болталки, и бродилки, и интервью с местными жителями, и какое-то производство, местные ремесла. Все это у нас обязательно будет. То есть постараюсь сделать канал более таким разнообразным, и рецепты тоже будут. Поэтому, друзья, пишите, пожалуйста, свои комментарии, что вы хотите увидеть на нашем канале. И если мы сможем это сделать, снять, то мы обязательно это сделаем, потому что мы работаем для вас. Мы хотим, чтобы это было интересно в первую очередь для вас. Поэтому надеемся на двустороннюю связь и на общение. Еще раз всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока, до новых встреч.